Ульяновские учреждения культуры постепенно возвращаются к прежней жизни. Музеи уже открылись для посетителей. Наша съемочная группа побывала в выставочных залах краеведческого. Правда, пройтись по экспозициям можно только по одному. Каждого гостя на входе встречает сотрудник, который дистанционно измеряет температуру. Оплатить билет возможно только картой. Не следует забывать и про дресс-код. Маска, перчатки и бахилы обязательны. На вахте есть дезраствор и салфетки для обработки рук. Несмотря на жесткие правила, ульяновцы галерею посещают. Посетители уже начали приходить, ну, правда, в небольшом количестве, как мы как обычно принимаем, по 3-4 человека в выходные, до 20 человек уже приходят, то есть они в основном приходят с семьями. Библиотека имени Ленина также вышла из онлайн-формата. До открытия читатели пользовались электронными базами данных. Сейчас посещать читальные залы можно, но только находиться в них приходится в одиночестве. Помещения оснащены средствами гигиены, на полах расчерчена разметка. Пускают только при наличии масок и перчаток. Несмотря на строгие правила, читателей приходят предостаточно. Активно посещают не только центральный храм книги. Остальные хранилища фолиантов не менее востребованы. За неделю библиотеки области обслужили более 21 тысячи человек. Сейчас немного статистика, так сказать, стабилизировалась. Примерно 3 тысячи человек в день обслуживают наши библиотеки Ульяновской области. Это 517 библиотек. Студентка педагогического университета Дарья Скаридова уже пришла за новой литературой. По ее словам, режим не такой жесткий, как может показаться. Единственное неудобство для нее заключается в том, что закрыт любимый отдел. Я чаще всего прихожу в Центр японской культуры, беру какие-то книги, изучаю язык. Также проходят много интересных мероприятий в Центре японской культуры. Открылись не только выставки и читальные залы. Региональные архивы также приступили к работе. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.